Забуксовали. Безвыигрышная серия «Алтайбаскет» растянулась до 5 поражений подряд. Выйти из затяжного пике барнольцы могли в выездной встрече против московской «Рунабаскет». Не удалось. Команда Бориса Соколовского вновь уступила, на этот раз со счетом 89-59. Интрига победителя умерла, когда матч перевалил за свой экватор. К тому времени хозяева паркета создали приличный задел в 20 очков. В такой ситуации главный тренер «Алтайбаскета» решил дать поиграть молодым подопечным, тем самым проверив ближайший резерв. Скорее всего, держать долгожданную победу в ближайших встречах барнаульцы вряд ли смогут 5 и 6 февраля. Бело-синие будут гостить у одного из лидеров турнира магнитогорского «Динамо». Этими играми «Алтайбаскет» откроет второй круг чемпионата.